Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я хотел бы представить вам проект Bitfence по адресу bitfence.io. Bitfence — это будет новая монета, которая будет использоваться для борьбы с киберпреступностью, то есть для защиты ваших интересов, ваших компьютеров, ваших кошельков. И здесь будет вычисление хакеров, поимка их и так далее. То есть сейчас есть проблема, что многие компании всегда атакуются DDoS-атаками, хакерством, воруют имейлы, кошельки и так далее. И Bitfence будет детектить их, отражать атаки и работать, в принципе, против этих хакеров. И как это будет работать? Ну, в общем, если вы разбираетесь, в принципе, в программировании и кибербезопасности, если вы отражаете какую-то атаку, вы получаете токены. То есть вы работаете не бесплатно, вы работаете за токены. И, соответственно, если кто-то хочет наоборот прикупить защиту, он покупает эти токены, и на эти токены уже кибербезопасность, кто отвечает, будет защищать ваш сайт, вашу компанию и так далее. Вот, и сейчас эти монеты можно приобрести, есть 19% бонус, который будет длиться еще 6 часов. Но важно отметить, что бонус уменьшается с каждым днем потихоньку, и до 1 июля будет продажа. То есть есть еще время, больше месяца, чтобы купить эти токены. Но чем дальше вы будете откладывать, тем меньше будет бонус. Уже собрали, как видно, 931 эфир. То есть это цель на пресейл выполнена. И сейчас идет main sale stage 1. То есть уже начался ICO обычный. И цель здесь собрать 2000 эфира. Ну, в принципе, половина от того, что уже собрано. Также важно отметить, что этот проект имеет большие рейтинги на Track ICO, на Found ICO, на ICO Bench. Как видно, 4.6 из 5, 7.1 из 10 и 5 из 5. В принципе, высокие баллы. Ну и рассмотрим сайт теперь более подробно. Вот здесь, если пройтись, рассмотрим вот этот utility токен. Он будет сделан на ERC-20. Вы его получите, соответственно, в течение 30 дней после пресейла и 60 дней после сейла. Принимают эфир, биткоин, лайткоин и дэш, то есть вот эти 4 криптовалюты, чтобы купить эти монеты. Максимально будет 1 миллиард монет, и максимально продают 500 миллионов этих монет. Софткап хотят собрать $1 миллион и $50 миллионов хардкап. Важно отметить, что уже собрали 931 эфира и хотят собрать 2000 эфира, это и есть софткап по сути. Здесь курс, судя по всему, примерно $500, но сейчас уже эфир немного растет. Поэтому можно сказать, что проект с очень большой вероятностью состоится. И за один эфир вы получаете 6000 этих токенов. Токен, кстати, название HNY. И если вы покупаете большими объемами, вот от 10 эфира, то 10% дополнительная скидка, от 20 эфира 20% скидка. Также есть реферальный бонус 10%. Вот, и 1 апреля был пресс-сейл, 1 мая начался обычный сейл, и с 1 июля все закончится. Вот, и скидки уже не будет к 30 июня, то есть еще можно будет купить, но уже без скидки. Ну, здесь вот более подробно есть график, как вот все будет уменьшаться. Ну, как видно, в мае еще в начале было 7600 токенов, дальше вот 7200 токенов в середине мая, в июне уже будет 6700 токенов, ну и в середине июля 6300 токенов вы получите, и в июле уже 6003 токена. Ну, потихоньку скидка уменьшается, и все меньше и меньше токенов. И распределение токенов будет следующее. 50% уйдет инвесторам, майнинг пул 20%, team мемберам 15%, на маркетинг и система лояльности 10%, партнерам, адвайзерам 3% и на баунти 2%. Вот такое вот распределение ресурсов. Ну, можно сказать для инвесторов, что 50 примерно на 50, и при этом команда получает 15%, а адвайзеры 3, то есть 18%. Это не так уж много. Главное, чтобы был пул на майнинг, чтобы все работало, и тогда будет нормально. И рассмотрим теперь roadmap. Roadmap следующий, что идея и все появилось уже. Обучение искусственного интеллекта, технологии с 2015 по 2017. Дальше создали HoneyNet на блокчейне. Это было в 2017 втором квартале по первый квартал 2018, который уже после этого переименовался в Bitfence. Ну, по сути, вот сейчас мы на этом сайте. Дальше вот токен сейл стартовал, и токен сейл до 1 июля будет. После этого запустят уже Bitfence Engine Instinct Miner в третьем квартале 2018.
будет кибермагазин, Marketplace запущен в конце 2018, где вы сможете покупать различный софт, хардвер, чтобы защищать свои фирмы, свой интернет, свои сайты. Ну, там различные устройства, различные программы. Персональный фаервол будет от Bitfence в начале 2019 планируется. Ну и так далее, идет вот развитие. Есть упоминания различные в ресурсах различных. Тут и видео есть, и просто статьи. Вот, ну и баллы тоже вот тут тоже присутствуют. Ну, все это можно, в принципе, почитать и посмотреть. Команда, как видно, разная. То есть есть и американцы, и есть азиаты, и, в принципе, русские имена. Ну, в общем, все есть. Каждого можно изучить, посмотреть по LinkedIn, кто это такие и чем они занимаются. Вот, и снизу, как видно, компания зарегистрирована в Майами, во Флориде, в Штатах. И также можно связаться в Телеграме, по имейлу, есть различные социальные сети. Это Телеграм, Твиттер, Гитхаб. Я советую сразу вам писать в Телеграм, если у вас есть вопросы, потому что в Телеграме вам ответят очень быстро. Не надо там писать на имейл, потому что в Телеграме 6000 людей, и гораздо легче быстро связаться по именно Телеграму. Также советую зайти сверху в White Paper, и White Paper можно прочитать, к сожалению, пока что только на нескольких языках, нету русского. Но есть английский, нажимаете на English, читаете, и здесь 25 страниц, как это все будет работать. Вот, не так много, но если вы хотите технические данные, то там вы можете их получить. Также вы можете зайти в GitHub и посмотреть код над смарт-контрактом, как работали Bitfence и что у них там есть. А я напоминаю, что продажа токенов будет до 1 июля. Есть еще чуть больше месяца, чтобы купить эти токены. Soft cap $1 million, 930 эфиров уже собрали. Ну, в принципе, большой шанс, что проект состоится. На этом обзор Bitfence.io я заканчиваю. С вами был Invest Warrior. Инвестируйте и зарабатывайте.